Городские полицейские закончили расследовать дело 23-летнего уроженца Амурской области, который, будучи на нелегальном положении, ухитрился обворовать двоих хабаровчан. Этот молодой человек находился в федеральном розыске 3 года. Искали его бикинские полицейские, за нападение, в результате которого подозреваемому достались немалые деньги. Сколько на том краже разбою поднял? Много. Ну сколько? 3 миллиона. Поймать фигуранта помогло очередное преступление, которое он совершил на новом месте жительства – в Хабаровске. Он снял комнату у горожанки, с которой познакомился по интернету. Ей он рекомендовался человеком, который разбирается в микроэлектронике и в порядке личной услуги вызвался отремонтировать ноутбук хозяйки. Та отдала его постояльцу, а через несколько дней молодой человек исчез, прихватив вещи человека, снимавшего другую комнату в этой же квартире. Криминальный мигрант решил в очередной раз сменить город, пользуясь украденным у соседа паспортом. Сотрудники полиции задержали злоумышленника в одном из хостелов города Владивостока Приморского края. Фигурант скрывался под чужими документами, которые накануне похитил во время кражи из квартиры, совершенной в дальневосточной столице. Украденные вещи молодой человек пытался продать через интернет. В данный момент подозреваемый арестован. После вынесения приговора за кражу с 70-тысячным ущербом его ждет еще один суд. За то самое нападение, которое вынудило уйти его в тень. С места происшествия Наталья Шиян по материалам городского УМВД.